Всем хаюшки, с вами, как обычно, я, Эфирот. Мне осталось немного до Вебстера. Одна гоночка и 250 тысяч. 200 тысяч, ну да, можно сказать, 250 тысяч. Ох, ну, пройдем гоночку, я не прошел спринт. Тут спринт с очень моими любимыми поворотами. Ну, начнем. Пишет 10%.
Немножечко все осталось время. Забыть. Хорошо. Ну погнали, что. Четвертый уровень сразу. Да. Диспетчер, Дельта 22. Диспетчер, Кремлинка 28, 29 по нарушителю. Нарушитель на желтом Порше. Идет с заметным превышением. Если вам не держу, почему? Это раз четвертый уровень, по-моему. Я еще не дошел, но это было Это не серьезно. Сука, влетел на шипы. Продолжение следует...
Внимание, прикрытие. По последним данным, объект ехал на запад через Financial District. Оцепляйте указанный район. Передаю вызов на пост 3. Ворон, все туда. Внимание, у нас код 6. Возможно, группа. Идет погоня. 7, 10, 8. Следовать в район и ждать сигнала. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. Перед тем, как скрыться, нарушитель следовал на юг через Century Square. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы оцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Ну не, хотя хватает, поедем. 223, че глянем. 3000. Внимание, прекращайте погоню. Последние данные. Да, 3000. Ну, сейчас. Щенок уже готов. Покажи ему, парень. Я устал гоняться за тобой. Хватит. Учти, если я тебя поймаю, все колеса откручу и ноги вырву. Понял? Ну вот, я набила 7 тысяч больше. Все, в следующем выпуске встретимся. Я думаю, будет очень интересно. Выпуск с Вебстером. Ставьте лайки, смотрите наши видео, подписывайтесь на канал. Чем больше лайков, чем больше просмотров, тем выходящие видео буду напоминать, понимаете? Чтобы не забывали. Всем пока, с вами был Эсфрокс. До скорых видео.